Всем привет, чуваки! С вами я, PandaFX, на часах 8 часов утра. Почему бы не заснять ролик, подумал я, и... Джефф Бабандуба... Блять. Меня язык заплетается, сука. 8 утра, братан, Джефф Бабандуба. И сегодня со мной... И со мной сели в компании Джефф Бабатумба. Мы будем открывать пакцы и... И наслаждаться этим. Хорошая мысль, подумал я, но нет, все не так же просто. Правила таковы. Открываем пакет, кто-то из нас отворачивается, и мы должны будем угадать, что это за футболист. Сначала называем нацию, потом позицию. Если я не угадываю, или Джефф, то игрок квиксадится. Тотс, блядь, в первом паке. Электроник Арсенал заберти. В первом паке, блядь, кто там? О боже, что за гандон? Блядь! В первом паке спасибо под нос, блин, братан. Нет, не спасибо под нос, спасибо Бадаев. Спасибо Бадаев. Пожалуйста. Переименовывай. Это, кстати, first pack был. First pack, блядь, сразу тост. Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Так, сначала нация, потом позиция. Да, нация, позиция. Польша. Вряд ли это Левандовский, поэтому пусть будет пищи. А, красавчик, братан! Не, ну Польша тут, короче, изи было угадать. Ну да. Ну а прикинь, выбыл бы Левандовский. Не слышу вопли, значит, тоса нет. Ну, я не подаю виду еще. Ты не забывай. Так, немец. Мустафи. Сафадет. Мюллер. Нет. Бартлес. Ёшкин кот, ну братан, лучше на ланте даже не жалко. Ну такой пиксель не жалко, да, почему бы и нет. Швед. Ордер. Да почему такие изичные, тебе попадаются, братан? Ну, это ж паки Бундеслиги, есть только игроки из Бундеса. Да я понимаю. Очевидно, что в Бундесе только один Фордер дал. Ну вот эту Херобору, которая выпала в предыдущей паке, я вообще не знаю, что это за черт чудной там. Немец. Да ёшкин кот, что ж ты будешь делать? Там все немцы почти, блядь, в Бундеслиге, да? Герман! Нет, ЦФД. Я ЦФД, только Мюллер знаю. Ну, знаешь, Пиксел, да? Ну, да. Тот же самый, блядь. Да иди нахер, тварь! Просто тот же самый, блядь, надо. Что за говнина? Ну, что ты мне тащишь, а? Полная говнина, братан, я согласен. Оу, немец! Да, блядь, не немцы, что ли? Да действительно, как будто Бундеслигу открывают, что ли. Хумец. Вратарь. Вино? Ну Фёрман, братан, Фёрман! Ох, ебал твой рот, Фёрман, как ты меня заебал в этой жизни, бля. Кот Дивуар. Кот Дивуар? Они еще живут? Нет. Не знаешь, Калу. Точно! Соломон Калу, да ёшкин, я знал! Короче, парни, тяжелая артиллерия, паки по 125 тысяч. Вот сейчас ставки высоки, братан. Давай. Давай, открываю пак за 125 тысяч, братан. Окей, нация. Испанец. Позиция. ЦП. Тяговая канта? Санти Касорло. Чё? А, блин, здесь же не только Бундеспаки. Да, да, да. О-о-о-о! Слушай, это жесть. Испанец. Опять испанец? Угу. Не знаю, Пушкис. Нет. Позиция. ФРВ. ФРВ? Диакус. Рядом, братан, рядом! Фернандо Торрес инфаркт! Сука, Торрес, прости, но придется тебя фиксировать. Да, а что, он стоит что-нибудь вообще? Или квиковый информ? Тут еще и герой, бля! Миликович Савич! Охренеть! И всеми любимый этот, как его? Бакайока. Баба все, я уже... Баба все, блядь. Бакаюга, охренеть, вот это пакет. Бля, ну придется к XM пак за 41 тысячу, кстати. Неплохо. Простите, ребята, но вы идете нахуй. Блядь, обидно. Самый лучший пак и пришлось к XM, братан. Что по нации? Бразилия. А по позиции? Форвард, он читерский, в АПЛ играет. Блин, ну реально он читерский. Какого хера я сказал Фирмино? Я не знаю, почему ты сказал Фирмино, но это был Жезус. Габриэль Жезус. Колумбия. Колумбия? Позицию не давай. ПП. Квадрат? Да. Ну ладно. Нация, братан. Сейчас это Сенегал. Популярная ЛФА.
Ты должен его знать, рейтинг хороший. Братан, пожалуйста, ты должен знать, я его не хочу пикселить. Братан, да это же изи! Мане! Молодец! 7000 рублей, 0 тосов. Вы что, охуели, пидорасы, рот? Просто Electronic Arts — это гребаные ублюдки, которые вообще не хотят никак. Это вообще пиздец, блядь. Нормально так салат затерялся, блядь. Менять гражданство и клубы как перчатки просто, блядь. Ну что, парни, вот такой вот видеоролик у нас получился. Мы старались, пытались, но выпало, что выпало. Поквиксалили игроков. Конечно, это было очень весело. Спасибо, что заскочил. Братан! Ссылка на Джеффа будет в описании. Переходите, подписывайтесь. С вами были мы. И всем хорошего настроения. Арендерш, мы чаще. Чао!